В Магаданском музыкально-драматическом театре прошла презентация фильма журналиста Анастасии Якубек «Я свободен». Авторская лента посвящена жизни композитора Всеволода Задирацкого. Часть произведений он написал в Колымском лагере. Его музыка была под запретом больше 70 лет. Фильм познакомит зрителя с творчеством забытого композитора. Место для презентации ленты также выбрано не случайно. Наш герой за всю свою жизнь немало послужил в разных театрах и работал, кстати, в том числе и здесь. Правда, совсем немного, и театр тогда еще назывался «Клубом у Светла», и было это в 1939 году, и этого здания еще не было. В общей сложности съемки длились 1,5 года. Материал для фильма собирали по всей России. В Магадане, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Курске. Вы ведь меня совсем не знаете. Я представлюсь. Всеволод Петрович Задирацкий. Композитор, пианист, дирижер.